Надеюсь, музыка не мешает вам. Сейчас я сделаю возвращение. Привет. Такие же русские люди, как я, россияне. Я художник Александр Алёнин. На лбу его себе написал слово «урод». Я урод. Я. Сейчас я заряжаю свой телефон, чтобы выложить старый телефон, чтобы выложить в хронологическом порядке все, что произошло сегодня днем, ну, сегодняшним днем. Там ничего интересного особо, но на некоторых моментах вы посмеетесь. Там был момент, один из моментов, где я на стене пишу «художник» на грязной стене. Не на далеко не идеальной стене. Художник угольком. Маленьким угольком, который у меня остался. Точнее, соусом, заменяющим уголь. Я пишу «художник». Ссылку на себя даю открыто. Не прячься. Средь бела дня. После сада, после работы в саду. В 6 часов вечера я развернулся. Дальше я пишу «помогите. Я очень одинок». Только прежде чем написать слово «я очень одинок», я увидел, как подъезжает машина, и мужчина, взрослый, с усами, смотрит на меня. Я решил, я думал, что может перестать уйти, но я решил дописать, потому что я подумал, что пусть уж произойдет то, что произойдет. Я написал «я очень одинок». Далее он сразу стал орать на меня. На лбу себе напиши, обзывать. И... В конце только он угрожал, что вызовет полицию. К своему стыду я отвечал, я огрызался там как-то что-то. Ну, я просто пытался защититься. Морально, я не знаю. Простите, пожалуйста. Прошу прощения. У Бога, у этого человека и вообще у всех. И мне стыдно, что я пытался в ответ что-то сказать. Я не должен был ничего говорить. Мне очень стыдно. Я говорил, я даже сматерился там в ответ. Я прошу прощения. Я действительно заслуживаю того. И вот. Я просто не был готов. Если бы я вернулся сейчас назад, я бы прямо при нем написал на себя на лбу какое-нибудь слово из 3 букв. Прям при нем. Но, к сожалению, я не могу вернуться назад и повторить это. Повторить, сделать то, что я должен был сделать. Потому что его устами глаголил Бог. Вот я прошу, вот вы просите у Бога. Что-то, да, я прошу у Бога, разреши мне рисовать, сделай так, чтобы я рисовал для города, за свои средства, бесплатно, мелками, пейзажи добрые, для серого, разваливающегося города на стенах, потому что спина у меня болит из-за того, что я работал грузчиком, чтобы заработать на материалы для рисования. Я не могу долго сидеть на корточках и рисовать на тротуаре. И я просил этого Бога, и Бог как бы не посчитал важным, что это нужно мои просьбы. Ну, кто я такой? И вот, что если этот человек, добрый человек, взрослый, семьянин, там у него, там, дочка или кто, были при этом. Что если он является Богом, и он сказал мне, напиши у себя на лбу. У себя на лбу напиши. Но он не сказал конкретно что. Но поскольку он говорил очень агрессивно, я буду писать у себя на лбу
ну, не каждый день, но каждый раз, когда после того, как смоется, буду писать. Я куплю себе, ну, у меня немного денег есть, маркер очень хороший. И буду писать слова самые оскорбительные. Благо, русский язык богат такими словами. Слова из трех букв, из четырех букв. Я буду ходить по городу своему, и окружающие люди будут смотреть на меня. Я буду смотреть на них, подходить близко к ним, чтобы они прочитали. И буду выкладывать, чтобы этот мужик по ссылке он увидит. Он увидел по ссылке он за то, что он не стер то, что я написал. Я буду писать у себя на лбу разные унизительные слова про себя, и я буду писать «я», чтобы люди не подумали, что это я их считаю, называю родом. Я буду писать «я», там, и дальше унизительные слова. И я уже это сделал. Меня вышвырнули из дома за это. Хотя я объяснил конкретно по-человечески, почему. Но она сказала, что напиши ему на лбу. Я не понимаю, почему я должен писать на лбу кому-то. Я должен написать на своем лбу. И это, раз он так... Ну, и я понимаю, что я никто, но я надеюсь, что Бог услышит меня. И раз я выполнил, ну, не просьбу, а требование незнакомого человека, который старше меня, я выполнил, выполнять буду ее до тех пор, пока Бог не услышит меня, может быть. Может быть, Бог хочет, чтобы я проверить, что я могу выполнить то, что Он хочет. Кто-то хочет, вот. Я буду выполнять. Я куплю маркер крупный, буду ходить среди людей, и они будут фотографировать меня и выкладывать в пабликах. Вы можете меня увидеть в будущем во всех пабликах Железногорска, Красноярского края. Меня может забирать полиция за то, что... Кстати, меня могут штрафовать за то, что я... Но я постараюсь писать такие слова, хотя полиция все равно. Даже если я литературные, унизительные слова буду писать у себя на лбу, то полиция все равно оштрафует. Да, она даже может меня оштрафовать и избить, даже если я просто нарисую что-нибудь, там, смайлик у себя на лбу. Такое тоже может быть. Но я... Но что, если Бог действительно сказал мне через этого человека сделать это, и Он хочет проверить, выполню ли я это или нет? Если я это не выполню, то как я могу сметь просить у Бога, чтобы Он позволил мне за свои средства рисовать пейзажики на серых разваливающихся домах этого города, чтобы сделать этот свой город чудом света, чтобы сюда съезжались все люди, туристы, чтобы здесь повысилась экономика, чтобы этот город был красив, чтобы влюбленные пары целовались на фоне моих пейзажей светлых, добрых, чтобы нарисованных мелками детскими, чтобы за мои средства, по моей собственной инициативе, чтобы пожилые люди прожили дольше, не живя не в серости, а в красивом городе, с рисованными пейзажами, гармоничными, мягкими, светлыми. И вот на этом заканчивается моя речь. Начинайте смеяться. Давайте я хлопаю, вы смеетесь. Раз, два, три. Смеяться. Смеяться. Смешно. Посмеялись. Продолжайте смеяться. Все. Попросите тоже у Бога, чтобы Он разрешил мне рисовать. Чтобы сделал так, чтобы мне разрешили рисовать свои средства на камень для города. Или попросите у Бога, чтобы я просто умер. Уснул, не проснулся. Вы можете попросить все, что угодно. Я Александр Ленин. Ничтожный. У меня дегенеративные черты лица. Я не мужчина, тряпка. Я ничтожество.
вандал. Кто я в глазах общества? Никто. Хуже, чем никто. Все. Простите, что вам пришлось это услышать. И простите за фоновую музыку. Это так. Надеюсь, она вам не мешала. Скоро мне... Ко мне будут, наверное, стучаться или будут штрафы присылать за то, что я пишу о том, что я художник, мне очень одиноко. Помогите. Депрессия, help. Ничего другого я не получу в этом городе и в этом... В моей стране, за которую мои деды умирали. Все мои деды были, все мои предки были русскими людьми, которые жили, работали в колхозах, воевали за Советский Союз и умерли. Один мой дед прошел всю войну, его застрелил немецкий снайпер, когда он возвращался с войны. До этого мои предки были крепостными. Спасибо вам, добрые люди, такие же национальности, как я, что вы понимаете меня, поддерживаете. Я дам вам возможность поснимать меня на телефон, смеяться надо мной. Потому что мне нельзя рисовать руками светлые пейзажи для города за свои средства. Не трачу, ваши средства не тратятся на это. Еще я выложу в хронологическом порядке видео. В хронологическом порядке все видео. И вы еще больше убедитесь, какой я урод. Какой я урод. Я ничего не буду вырезать из этих видео. Вы убедитесь, какой я урод. Все. И вы будете презирать меня и ненавидеть, и желать найти меня. Просто когда посмотрите эти видео сейчас, я выложу их. Телефон заряжается просто. Это я, Александр Ленин, Тихон Мышкин. Убогий Тихон Мышкин. Мой псевдоним. vk.com/outsiderart. Мой паблик.